В Тверской области на время предстоящих праздников изменится расписание движения ряда пригородных поездов. Как сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, электрички будут ходить по графику выходного дня на участках Москва-Тверь, Москва-Конаково, Москва-Бологое, Тверь-Торжок, Тверь-Бологое. А по всем остальным маршрутам поезда будут следовать по стандартному графику в соответствии с календарным днем недели. Абонементы рабочего дня не будут действовать с 30 декабря по 8 января, а абонемент выходного дня действительно с 29 декабря по 9 января.